Каждому из нас нужна забота и теплые слова. Особенно на расстоянии. Мамочка, привет! Приветика! Привет, мам! Как дела? Привет, бабуль! Привет, Дашенька! Привет, Настюшка! Привет! Привет, дорогая! Привет! Как у вас там обстановка в Москве? Как у вас дела в Слуцке? Мне не хватает обнимашек. Вот, понимаешь, никогда не страдала, а теперь страдаю, понимаешь? Что вы там, помидорчики рассадили, да? Помидорчики и перья. Покажи собачек. Где моя Чапа? Чапа. Собаки. Идите сюда. Идите сюда, мои хорошие. Мои собаки. Потеряла, снег такой пошел, погода такая. Да, а ты одеваешься тепло? Я передаю тебе много-много солнышка, самое хорошее настроение и передаю тебе свою любовь. И хочу тебе сказать, что я так сильно тебя люблю и так скучаю по тебе. Это то, чтобы я сейчас расплакалась. Сильно я принимаю твою любовь со всей душой. Так вот забираю ее в охапку. Я хотел сказать, что я вас очень люблю. Золото мое. Все, я тебя люблю. Все, давай, целую тебя. Очень люблю вас. Вот, и переживаю за вас. А знаешь, что любви много не бывает? А я много и не предлагаю, всего лишь всю. Дочка моя, я тебя потискаю и потискаю. Хорошо? Хорошо. Я тебя тоже, мам, пока-пока. Думайте о близких, где бы вы ни были. Забота не бывает лишней.